Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Кстати, вот такой фирменный циферблатик вы можете скачать совершенно бесплатно в описании видео, а также, если вы его приобретете, получите некоторые фишечки. Все в описании, короче, другими словами. Ну а мы с вами об изменении DPI. Ну, если вы смотрите данное видео, значит, вы предполагаете, зачем вам это надо. В первую очередь оно требуется, если вы хотите установить такое приложение, как MirPay. Для этого надо уменьшать DPI экрана, чтобы туда все уместилось, так скажем, вся это приложение MirPay, и вам все было видно. Я просто сейчас не буду этого показывать. Думаю, что вы предполагаете, что это такое. Данное приложение мне отправил один из подписчиков. Оно на FOPDA. Скачать вы его сможете совершенно бесплатно, но обязательно досмотрите видео до конца, чтобы понять, как его запустить. Просто так, установив, оно не запускается. Его надо еще кое-какую команду ввести. Я эту команду покажу в конце. Но если же вы захотите поддержать канал СВ, кстати сказать, переходите в СВ Hub, и там данное приложение можно будет приобрести. Но только, я уже еще раз утверждаю, если вы хотите поддержать канал СВ. Что значит делать это приложение? Смотрите, я сейчас вам показываю, как оно у вас будет работать изначально. Когда вы его запустите, дадите все разрешения соответствующие, у вас появится, смотрите, здесь показано текущее разрешение DPI экрана. Разрешение 480 на 480 и DPI 360. В вашем, если у вас, допустим, такие часы, как у меня, 47 мм, будет то же самое, допустим, или 46 мм, там одинаковые значения. Если же 44-42 или какой-то другой экран, тогда у вас все будет по-другому, и вам эти разрешения обязательно нужно запомнить. Обязательно. Далее нажимаем вот сюда, на эту кнопочку. Здесь вводим те разрешения, которые мы с вами до этого видели. Официальные. Все, ввели. 480 на 480. Отключаем автоматический DPI. Это надо отключить. Далее, вот, фиксированный DPI 360. Мы же сейчас с вами введем, допустим, 200. 200 ввели, и теперь нажимаю на тест. Обратите внимание, DPI экрана изменилось. И если я сейчас ничего не буду предпринимать, вот здесь идет счет, видите, секунд, у меня все вернется на круги своя. Даже если я вдруг ошибусь, программка это предусматривает. Все, видите, все вернулось обратно, восстановлено. Для того, чтобы у нас осталось как нам надо на 200, да, DPI, мы нажимаем тест. Далее нажимаем вот сюда, не возвращать, и нажимаем применить. Не всегда срабатывает. Все. Вот когда мы это сделали, я теперь с вами возвращаюсь на центральный циферблат. Зайдем сейчас в приложение, в меню приложений, вы увидите, что все у меня там изменилось. Видите, все, иконочки стали маленькие, стали вмещаться, их стало больше, соответственно, на экране своих часов я вижу больше информации на тех приложениях, которые не приспособлены для именно для этих часов. Теперь, как нам вернуть все на место? Мы с вами возвращаемся в приложение, нажимаем сюда же опять. Даже если он у нас уже выйдет вот так будет, как изначально, да, когда вы запускаете приложение, опять нажимаем на ярлычок на этот. Все, здесь также пишем 480. Это наш конкретный, да. Дальше DPI мы уже с вами опять отключаем здесь автоматическое и пишем с вами 360, как у нас и было. Это фиксированное наше с вами DPI. Часов моих, в моем случае. Все. Также нажимаю внизу тест. Не возвращать. Нажимаю. Опять не возвращать. И далее вот сюда в сторону применить. Все. И я опять возвратил все на круги своя. Сейчас прогрузится. Это какое-то время занимает. Все, как видите, все на месте. Теперь о том, как сделать так, чтобы оно работало. Я о том, как устанавливать данное приложение, показывать не буду, потому что ссылочка будет в описании видео. Там будет еще одна ссылочка. Вот с таким вот видосом, как установить любое приложение на Galaxy Watch 6 и Watch 5, в том числе Watch 4 тоже. И другие часы
практически так же самое устанавливается. Все, вы установите все с помощью Буджаггера, там же на него ссылочка есть. И далее нам с вами нужно будет ввести команду в Буджаггере. Вот это я как раз вам сейчас покажу. Команда также будет в описании видео. Ну, вернее, не в описании видео, а вот по ссылочке в описании видео. Скопировали. Открываем с вами Буджаггер. Буджаггер у нас должен быть соединен с нашими часами. Обязательно. Для этого нам нужно нажать на плюсик. Connect. Все, вот видите, у меня циферки появились. Все здесь говорит о том, что подсоединяется к часам. Ну, все это будет в приложении, как подключить часы к Буджаггеру в видосе, вернее, который я вам показывал до этого. Теперь нам нужна, если устанавливать, нам нужна третья вкладка, чтобы установить приложение, нажали сюда, да, то для того, чтобы ввести эту команду, которую я показывал, нам нужна первая вкладка. Запомните, для установки приложения всегда должна быть открыта третья вкладка. Для того, чтобы вводить команды, должна быть открыта первая вкладка. Потом в первой вкладке мы с вами внизу, вот здесь, нажимаем на это значение. Сюда копируем ту команду, которую я вам показал, и нажимаем «Все». После этого ваш приложок, который вы установите, будет запускаться без проблем на ваших часах и менять DPI. Вот такая вот инструктейшн. Ну, надеюсь, лайк, комментарий от вас. Спасибо за внимание. Пока.